конечно, там нажми. И снова здравствуйте, уважаемые наши ученики, друзья и коллеги. Те, кто занимается повышением квалификации массажиста сейчас, мы проходим мануальный массаж и делаем ноги сверху, спереди точнее. Да? Человек лежит у нас на столе. Может, поменяемся, ты в кадре здесь будешь лучше. Да? Ну, давай поменяемся. Вот. Ноги сверху, но многие говорят, там голень мы не делаем, да, на самом деле тоже ее можно массировать. Под коленки подложили валик специальный, чтобы расслабились мышцы бедра и мышцы живота. Тебе под голову можно подушку дать. Дать? Да, да, да. Вот такой вот валик тебе дадим. Спасибо. Как раз шею будет растягивать хорошо. Отлично. Тянется так шею. Да. Растягивается. Вот, опять начинаем от общего к частному. Значит, целиком растерли всю ногу снизу вверх, вокруг коленки, целевающие движения, быстрые, логичные. Теперь самый вопрос, самая длинная мышца в организме какая? Забыл. Вчера говорил, да, портняжка называется. Она крепится. От слова портнягин есть такой блогер. Портнягин. Вот крепится здесь, за коленкой, ниже, да? А сверху крепится вот с этой стороны, к подвздошной кости. Получается, она идет вот так вот. Вот, мы упираемся рукой, чтобы нога не съезжала, да? И быстро эту мышцу растягиваем, стираем. Волоски не срываем. Кулачком по ней прошлись. Растянули ее. И переходим к более глубокому проминанию. Ну, повторно не буду несколько раз останавливаться на всякие там разминающие техники, да? Так, по-быстрому. Разминаем икру, отделяя мясо от косточки. Продольно было растирание, теперь растирание поперечное. Быстро прошли. И разминание внутренней части опять отдельно. Латеральной части. Насколько рука вас может захватить? Только захватываем. Общее скручивание всего бедра. И теперь кулачком большие пальцы ведут по косточке, не работают, да? А работают и наши шестереночки. Подошли к коленке. Крестообразную связку стянули, коленку вверх. Подтянули, поиграли с ней, влево, вправо ее покачали на растяжение. Верхнее сухожилие у нее размяли, растянули. Теперь мышцы иногда бывают наплывают на пятку, да? Мы их вот поднимаем вверх, вытягиваем их выше, выше. Особенно у женщин, чтобы ноги были красивые. Подтягиваем вот эту вот часть, так называемые уши. Ушки у женщин торчат. Не торчат, а подвисают, да, чтобы эти мышцы не подвисали. Делаем такой формообразующий массаж, скульптурирующий практически все тело. В целлюлитных программах это вообще очень хорошо включает такие процедуры. И, соответственно, вот мышцы крепятся здесь, вот, то есть бедренная мышца заканчивается ниже колена, вот тут примерно, да, вот эти вот точки, вот эти места, также прорабатываем достаточно глубоко. Такой миофасциальный массаж. С какой стороны? Смелее. Да, и с обеих. Смелее, да. Более, ну, сильно не жми. Вот. И пошли теперь вот это движение дальше по всему бедру. Теперь целиком. Нравится, видишь, как ему наш приподнимает ноги. Поднимаем ногу, да. И теперь коленку растрясли, это делаем такой пятиугольник, в который можно вписать звезду пятиконечную, да? Ставим на коленку, получается, мы попадаем на точку акупунктурную. Продержали, протрясли ее, и то же самое ставим в противоположную сторону. Протрясли, продержали, коленку поднимаем теперь ногу и разворачиваем ее. Одно, давай по очереди, да. Угу. На выпрямление, насколько связки хватает человеку. Дальше будем, да?
Нет, но более-менее. Тянется. Вот. Чтобы вторую ногу не поднимал, там, где держишь колено. Вот, растянули задним. Все сухожилия вот так вот вдоль всей ноги. А теперь это лучше делать с полотенчиком. На тебе полотенце. И мне полотенце. На плечо ближнее к ноге. Возлагаем ее. Да? По одной. Не, ну вот это можно вот двумя, тут мы не тянем. Очень хорошая процедура в антицеллюлитном массаже особенно. Растрясаем вот такими вот, ну, в смысле, разминаем вот такими вот движениями пластичными. То есть бедро заворачиваем в ту сторону, в эту сторону, в ту сторону, в эту сторону. В этот момент нога под силой гравитации испытывает огромный лимфоотток. Это очень хорошо. И после этого, двумя руками теперь то же самое. После этого люди побегут в туалет. Это хороший признак, значит, наши движения сработали, лимфомышленная жидкость лишняя, излишняя ушла. Прокачиваем все вниз. Теперь, ну, несколько раз можно, да, я просто по-быстрому для демонстрации. Теперь отводим мясо от костей. Все движения от конечности к центру идут. И мощно зажав предплечья друг к другу, делаем прокатку, такую выжимку до колена. Чуть опустились, вот так опустились, чуть пониже. И ниже. Еле выдержал, да? Вот такую прокаточку. Ну, по несколько раз это можно сделать, да? И дальше мы переходим к разминанию колена. Подбиваем ножку. Может, за одной ноги начать? Давай по очереди, да. Это как не слишком. Не расчленить вообще на части. Вот, нажимаем на него, да, эту стопу натягиваем, но я не буду, потому что она у него сейчас травмирована, да, натягиваем на себя и делаем мобилизацию до щелчка в голеностопе. Следующий прием, разворачиваем стопу на него, ничего, стопу удерживаем, упираемся там в подреберье, да, упираемся в чашечку и раскачиваем эту чашечку, еще раз массируя все колено. Вот. И всегда я говорил, да, что мы делаем массаж сегментами от сердца, начиная, да, и потихонечку идем к конечностям. Поэтому начинаем с левой стороны. И только в массаже ног мы начинаем с правой ноги. Массаж только по одной причине. Потому что перистальтика кишечника работает по часовой стрелке, да, и, соответственно, справа налево. Поэтому мы в первый раз, вот, прожимая ногу, да, с правой стороны вот все это выдавливаем, чтобы все каловые массы. И все, там может тянется, да? Тянется. Да. Вот, уже чувствуешь, да? Вот, а сейчас мы ее еще больше растянем. Значит, размяли ногу, коленку дополнительно. Сделали подхват вот такой. И разворачиваем за счет корпуса тела. Видишь, тут локтем упираюсь, а тут рукой. Угу. Разворачиваем за счет корпуса тела в позу локтя, как будто бы его хочу посадить. Тут важно, чтобы голень была горизонтально относительно пола, да, относительно его тела, перпендикулярно оси позвоночника, вот так довести. Чтобы ты ногу не тянул, да, вот я придерживаю другой рукой. Вот такой вот приемчик. Теперь в обратную сторону. Загибаем ногу. Насколько позволяет, расслабься. Но дальше не позволяет, дальше не делаем. Растягиваем в ту сторону. Это мы все подготавливаем колено и дополнительно вот эти вот мышцы. Тут сейчас тянутся передние мышцы. Чтобы ногу не поднимал, да, я его придерживаю. В ту сторону. Несколько таких проходов. Ну, ты не крутись, я просто вижу, что ты уже дальше не идешь, да? Дальше не делаю. Но у тебя вообще отлично. У тебя прям ложилась нога на стол и с этой стороны тут соприкасалась. Да не человек просто какой-то непонятный. Европа, да? Опять захожу. Анунак какой-то. Какой-то вообще, да. Вот, да, вот это тянется, да? Шаолинский монах, да. Вот. А теперь смотри, вот мы таким образом еще дополнительно раскачали колено и будем ставить мениски на место. Медиальный и латеральный. Вот с этой стороны, где сгибается, да, вот этот мениск находится.
Упираем сюда пальцем. Раскручиваем, раскручиваем и на него. Ну, соответственно, вот в серединке, где косточки соединяются, да, ставим палец, раскачиваем, раскачиваем на себя. И теперь вот эту мышцу, которая напрягалась у него, да, тянем. Вот сейчас так спущу, чтобы не пачкать костюмчик. За счет того, что упираемся в себя, больнее, да, ногу оттягиваем в сторону, вот туда, а тут упираемся вот в эту мышцу возле подвздошной косточки. И вот ее отдельно растягиваем. Вот так вот. Может произойти щелчок. Но это не кости, это сустав. Не сустав даже, а этот. Сухожилие. Так, вот. Это мы сейчас размяли колени, мениски и сухожилия, да? Mm-hmm. Вот эти вот приемы, комплекс такой. Попробую повторить. Теперь у нас идет. Я не дорогу как-то гибкий, учти. Ничего, загнали. Сначала ну, была нога прямая, да, теперь подбили ее под коленку. Ага, подбил. Да. Потом... Мы только подбиваем не вот этой частью, да, а именно плоской. Иначе будет болевой прием. Так, да. Дальше. Клади максимально, чтобы она растянулась. На плоскости зачем? Будешь туда прямо выдыхай. Подыши. А, ну мы сейчас тем более после обеда снимаем, там, наверное, живот переполнен. Все. Сильно не доедет. Все, ты понимаешь. И вот стопу. Так, что у нас со стопой идет? Ровно, параллельно телу убирайся, и стопу туда за экватор стопы держим, и в противоположную сторону ее вытягиваем. Хорошо, вот. Щелкнул. Молодец. Будешь мануальным терапевтом. Теперь разворачиваем стопу на него, а эту ногу руку вытаскивай. Руку свою вытаскивай. А, вытаскиваю. На него стопу, на него. Угу. Вот. И коленку теперь массируем. Коленку вот сам размассировали. Ага. Все. Считаю, что мы занимаемся... А, вот он поднимает ногу. Ну, да. Считаю, что мы для тебя занимаемся... Лица не видно. Хватит. Довольный такой лежит, улыбается. Да, конечно. Сейчас все у меня вылезет. Весь обед. Ты что из него повидло выдавливаешь, что ли? Аккуратней. Забил ты меня. То есть работаем с коленкой, да? Ну, не переусердствуй, естественно. Так, теперь оттягиваем ее в ту сторону, да? Одновременно тянем вот эту мышцу. Чтобы, смотри, чтобы нога не поднималась, а тянулась именно эта мышца. Держи все это. Я понял. Так? Ты как-то показывал? Да. Так? Да, вот так. А этот друг придерживаю вниз. Вот. О, хорошо пошло. Хорошо. А, сейчас точно без данного. Давай, хватит. В другую сторону разворачиваем, вот сюда. Не, без фанатизма, Иван. Пытаемся положить параллельно телу, да, горизонтально. Насколько идет, дальше надо. Сколько лет, настолько идет. Да надо сказать. Некоторые те, кто там акробаты, спортсмены, гимнасты, да, им вот это вообще легко делать, они прям туда-сюда, так раз, ну, mm-hmm. так, с такой скоростью прям туда-сюда. Вот я раскачиваю, да. Это мы раскачиваем и колено, и бедро. Опять же. Что у нас идет? Угу. Ну, пару раз только повтори. Отлично, все, да хватит уже подожди. Все, теперь держим ногу вот так и разворачиваем вот сюда. Помнишь, я локтем упирался сюда? Да, во, получилось сразу. Так, и эту дальше. Ногу держишь, чтобы не поднималась, эту руку держишь ногу, и дальше корпус. А локтем сильно давишь, надо чуть-чуть. Вот так, да. Да. Вот, до сих пор корпуса, да. Ты его сажаешь в позу полу лотоса. Ага. Дальше у нас? Дальше ставим мениск. Угу. Вот так вот держись. Например, вот оно такое вот здесь сочленение идет. Видишь, между этим. Между перцовой и бедренной косточкой. Ой, сейчас я включу. Получается мы. Сторону, да? Да, вот раскатываешь, расшатываешь и на себя так. Раз. И теперь в противоположную сторону. Это был латеральный мениск, теперь
радиальный. О, медиальный. Да, это ну. Угу. И теперь вот этот вот сустав чуть ногу выпрями. Угу. Так на себя. И животом будешь, туда растягивать ее. То есть я вот так ее. Подожди. Да, да, да. Вот туда будешь растягивать. Ты рукой правильно взял. Да. Ну, можно так. А тут вот в эту мышцу. Только аккуратнее, дави, пожалуйста. Ты не слишком трусишь. Да, да. Ее сердце. Да. Просто воспалена. Да, пошел ты нафиг. Слушай, ты больной. Мы тебя вылечим. И тебя вылечим. Так, и после... меня вылечим. Так, после этого клади. Дальше я не показывал. Так, дальше берем ногу и опять согнутой коленкой на противоположном подреберье, прям туда, в живот. Нагибаем. Тут очень хорошо тянутся вот эти вот мышцы. Чувствуешь, да? Угу. Вот грушевидная мышца. Вот эти, которые нам не удалось размять как следует спереди, да? Дополнительно проходим поперек вдоль этих мышц и локтем проходим. Вот. Расцелили их, размяли. Ногу теперь раскачиваем. Бедро раскачиваем во все стороны. Ты бедро хрустнул? Лежит, просто боится пукнуть. Реально боится пукнуть. Не надо, пожалуйста. Не буду, Олег, буду терпеть. Как хочешь, чтобы можешь держать себя ногу, не надо. Хочешь так. Терпи. Терплю. Не, когда смеешься, тоже плохо. Тоже Жоржа напрягается. Давай. Вот, расшатали, да? И после этого можем поставить тазовые кости, бедренно-тазовое сочленение. Раскачиваем. Здесь упершись в колено, да? А тут в подвздошную кость, она идет по диагонали вот так вот, да? Вот как бы ее мягко берем между подушечками ладони. Раскачали. И одновременно. И раз. Поставили. Ну, обычно тут бывает щелчок. Все после этого, да? Или еще? После этого мы ставим ногу вот так. Упираемся 120 градусов примерно, да? Не сильно туда нагибаем, так вот, чуть-чуть. Упираемся в бедренную кость, берцовую, вернее, не бедренную, берцовую. А здесь с этой стороны в подвздошную кость. И тянем в противоположную сторону. Сейчас могу побольше сделать. Тянется? Тянется, конечно. Сзади, да? Да. Вот тут обычно. Так. И натягиваем потом вот эти сухожилия мышцы с обратной стороны. Взяли за пятку, уперлись в предплечье. И с шагом на него, вот так по 40 градусов, натягиваем эти мышцы. Все. Пока вернулись в исходное положение. Так, бери ногу с коленом противоположному подреберью. По диагонали, да. Одной рукой держишь его, а другой разминаешь ему ягодицу. Так получается. По диагонали прям в него, вот туда, вот так прям заваливай. Ну, нас интересует вот грушевидные мышцы, вот эти части. Да. Нормально, делай. Работай. Локтем. Да, входи в бедро и вот сюда, да, вот так вот заводим ручку. Вот такие у нас интересные приемы. А если вы нас только смотрите, то зря вы это делаете. Немедленно выключайте видео, потому что вы по видео ничему не научитесь. Бери ногу и раскачивай. По круговыми движениями в эту сторону, внутрь и наружу. Нет, под коленку лучше возьми тогда. Основной пример это ногу. Круговыми движениями внутрь и наружу. Потому что по видео вы мало чему научитесь, пока не придете на тренинг, и мы вам не поставим руки, и вы не поймете, что на самом деле
очень много есть нюансов, которые на видео остаются недосказанными, недопонятыми. И самое главное, смысл многих приемов вы не сможете оценить и понять. После этого идет. Вот так вот. Угу. Раскачиваем как лодочку на волнах. Так сложим потом одновременно. Находишь преднапряжение, ты должен почувствовать там в бедренном суставе. И продавливаем вниз. Да. Вот так вот. Угу. Поэтому познавайте только все на практике. Ну а я вам глубокая рекомендация. Вот так примерно угол, видите, 20 градусов, уже выращиваем. Бедренную, берцовую кость держим. Ее оттаскиваем вдоль, вдаль, а тут в бедро. Да, с легким покачиванием, так тянем. Так резинку. Резинку мышцы растягиваем. Даже заметно, как они тянутся, видишь, вот смотри, растягиваются, видишь? Да, вот. Видно. Резиночка такая. Считай, что мы для тебя делаем ленивую гимнастику. Так, ну и если это массаж ног, да, то завершаем его проработкой внутренней медиальной стороной, да. А, подожди, вот что еще не сделал. Вот, на себя натягиваем. Ага. За пятку. Пёрсу вот, натянув. Ахиллесовое сухожилие, да? Тут над коленкой берешься и... Какая хорошая поза у тебя. Еще раз. Нет, так делать не будем. Доктор, поднимите мне ножку. Сестра, поднимите мне ножку. Зачем? Ну, поднимите. Подняла, он говорит, лафа. Это еще из этого, из пионерского лагеря такие анекдоты были. Ну да, все эти позы называются газовые. Ну и видно. Прям хочется. Так, вот развиваешь ногу, так и не мадырки, да? И, подожди, по очереди. И пока мы развернули, мы свод стопы обрабатываем, да, ладонью. Вот это. Эта рука у нас будет рабочая. Я берегу, помню, что говорит? Нормально? Да. Обходим. И теперь отжимаем мясо от костей, а эта рука работает, продолжает работать. Как моторчики ее запустили, она работает. Отжимаем мясо от костей. Кулачком проходимся. Растягиваем фасции. Точечный массаж по тройному, по линии меридиана троичного обогревателя. И просто вот выжимку делаем. Если у меня болела где-то мышца, да, то можно ее отдельно дополнительно провибрировать. А эта рука все ходит массировать. Так, выпрямили ногу. Так, ну давай теперь попробуй с обратной стороны. Не, пока обходим, ты уже массируешь этой рукой. Что там начал? Массирую. Побольше, побольше такой. Массирую здесь. Да, сжимаешь мышцы, вот косточки. Вот, все, повязка слезла. Голова болела. Как повязка, наверное, в локте оказалась. Сползла. Как с головы-то она на руку сползла. Так, здесь? Да. Сжимай мышцы посильнее тогда. Угу. Дальше? Дальше это кулаком иди. Одновременно в первый раз тяжело, да, руками, понимаю. Переучиваться. Угу. Да нет, это все с практики придет, это просто по разному руки работают асинхронно, да, поэтому тяжело учиться. Ай, блин! Почти попал куда надо, да. Я говорил, вот тут болевая точка, сюда не дави. Да? Да. Нет. Нет, открытая ладошка. У тебя их нет вообще, ты же не человек. Это у людей болевые, у тебя их нет. Дальше делай. Прошелся, здесь промял, потом так прошелся. Ты сказал, вот здесь можно провибрировать. Больно, серьезно. И подергай за машинку. У вас тут практика.
практике. Половину вырезать. Женщина не допускается. Половину вырезать. Вырежу. Нет, за это, вот то, что я сейчас Олег сказал, это делать надо последнее. Я не знаю, не делай. Я шутку сказал, ты что, серьезно все воспринимаешь? Так. Ну, все, и поменяй ногу. Ты потерялся, да, что ли, после машины? Кладем ногу. Да, да. Так, и теперь завершающее движение, но нам просто подушечка не нужна. Ну, потому что надо ноги выпрямить. Так, прямые ноги берем там, где человек терпит. Если терпит, то за щиколотку, да? Не терпит, можно за пятку и ну, свод стопы, да, верхнюю часть взять. Поднимаем примерно по 45 градусов. Прокачиваем себе крылья. У нас фитнес, а это наш тренажер. Качаем себе крылья, а ему растягиваем поясничку. По очереди, вот это такие покачивания. Люди обычно покупают аппараты домой, дома, которые лежат на кровати, такая, знаете, бандура вот такого размера. Кладут на меня ноги, и все, что делает аппарат, он вот так качает. Понимаете? Зачем это покупать домой, когда мы это можем сделать? Вот, поясница тянется, да? Ну, непонятно. Да, чувствую. Ну, тогда просто скользкие могут ноги из-за этого. Больше ноги, наверное, качаются, чем поясница. Теперь уперлись в него прямыми ногами, в бедра, и раскачиваем бедро с помощью вибрации. Получить одно, второе, поиграли вот так вот в него одновременно и растянули в стороны. Терпеть надо, вот с небольшим, может, доворотом вот туда, на него, и внутрь. Мы должны касаться стола спокойно. Без такого резкого поворота видишь бедра, бедро как бы выворачивается. Потому что болит. А это? А, бедро болит, да? Вот вы опустили его. Это сигнал, да, а это вот легко. Легко, да, правое, да. Даже другое. Надо будет его еще один проработать. Вытягиваем, ну мы завершаем, да? Вытягиваем на себя. Медленно-медленно тянем, такая остеопатическая техника. До большого пальца. Растянули, ну и за каким-то заключением встряхнули, провибрировали. Ос. По-японски. Ос. Вот, все, и таким образом заканчиваем. Ну, понял. Да? Ну, давай, натяни его на себя. Потянижуй свой плечевой пояс, свой, крылья, да? Вот так вот мы занимаемся, дорогие друзья. А вы не забудьте подписаться на наш канал, поставить нам лайки. И увидимся в следующем видеоролике. А лучше не видеоролики, а на тренинге. Приходите к нам на тренинг, и мы вам поставим руки. Потому что дальше, все, что будет происходить дальше, останется за кадром. А там пойдут чудеса медитативных техник, манипулятивных техник, трасты, мануальная терапия. И так далее. Кинезотерапия. Поэтому я с вами не прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. С вами был Олег Алав Гудвин. Это я. Ты сейчас так посмотрел, Вань. На мои ноги, как будто ты первый раз увидел ноги в жизни человека. Ты сейчас поднял ноги? Не, там красная камера нарисована, видишь как?